Интер уверенно обыграл Лечи и по-прежнему на 4 очка опережает Ювентус в чемпионате Италии. Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 2-0 в пользу хозяев. Мячи забили Ян Бисик и Никола Барелла. С 84-й минуты гости играли в меньшинстве. С поля был удален полузащитник Ламик Банда. Интер, набрав 44 очка, возглавляет турнирную таблицу серии А. Генрих Мхитарян вышел на поле с первых минут и отыграл почти весь матч. Армянин провел сильный матч и был близок к взятию ворот. Он перехватывает мяч, возобновляет игру и словно мотор, переключает действия с обороны на атаку. Неутомимый, он даже пару раз угрожал воротам соперника. Вчера Мхитарян был на пике своих возможностей. Школы и университеты закрыты на период каникул, но профессор не покидает свой пост и продолжает проводить занятия на футбольном поле. Интер слева создает множество возможностей для взятия ворот, и армянин всегда находится рядом, чтобы воспользоваться чужими ошибками или продемонстрировать, как правильно обращаться с мячом. Это один из тех вечеров, когда возникает вопрос о подлинности удостоверения личности армянина. А я на этом все. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Всем добра и громких побед! Strife, my right to fight, to die on. And this is my game to play, to claim a brand new name.